Вот там речка. Это мост. Нам сюда. Так, сегодня 24 марта. Попробуем посмотреть, что там клюет. Лящ, або плитка. Або что оно там есть. Год 24. Уже подъезжаем. Дорога одна на пляж, потому что все остальное затоплено. Рано еще не клюет, в общем. В лубнах хода плотвы нема. Там напарник тоже ничего нема у него. Речка слева, и вода набирается дальше, туда, на гору. Вода течет на гору дальше. То есть вода прибывает. Вот видно. Уникальный краснокнижный крокус цветет здесь. Вот, вот, вон там дальше. Это вообще высокая гора. Там уже балка за ней. Рыбы сегодня не поймал. Зато нашел такую мясцину. Лыса гора. Там люди гуляют. И тут все вокруг горизонт. Кстати, сосед вытащил леща при нас. Это сула. От сулы отходит он канал на завод на какой-то. А сула вот она. Кроме пляжа ничего никуда не смогли припарковаться. Все залито. Не подъедешь. Только на 4 на 4 надо ехать. А вот лубны. Стоять. Лубны. Тече сула.